как-то менять позицию, на этом моменте его могут подловить. Футболист в ранах, отлично продолжил сейчас анализа. Резонанса в нокер, в строю все игроки. Костис. И возможно даже будут у нас на старте, прям на старте ход-дроп. Так, Наверик. 12-18. Сих Мармелад, Тулика, Закон Воре. Футболисты. Вот оно столкновение, о чем я и говорил. В поле у нас здесь остановили одного игрока. Мы заработали уже поле для себя. Очень красный у нас игрок. Бегает Луц, его подловил. Это еще один фраг должен быть. Но засекьюрить нужно сейчас. Но у Луца есть Макларен. Он быстро доберется до этого нокнутого игрока и попытается его добрать. Но здесь же у нас Рагнар на горе. Очень хорошая позиция. Я думаю, постарается, возможно, поддержать своего бойца нокнутого. Но... И уже 3 килла он заработали. Ну, очень уверенно играют. Я не знаю, кто их остановит. Но я думаю, должны постараться у нас. Возможно, даже наши коллективы будут это делать. Так, ну, заехали у нас здесь под Мильту. На КПП. Юники. Ривз на ваших экранах. Отлично продамажил сейчас анализа. И добрал. Это минус коллектив. Юник на 15 строчку. Ну и сразу же Ривз включается здесь по футболистам. 2 поинта. У нас для Conqueror. Завоеватели. Так, ну и футболисты здесь неподалеку расположились. Дом культуры для себя забрали. Резнов у нас в ноке. Ну и втроем здесь игроки коллектива Conqueror находятся. Футболисты это понимают. Врыв очень агрессивный. Лавазин отправляется в нок. Салкась за туалетом. Луц также в ноке. Rise Infinity тем временем нас параллельно покидают карту. Есть нок ответный от футболистов. Здесь женой от Струя Геймик подтягиваются. И возможно сейчас они залетят на горяченьких футболистов, которые только-только закрыли состав Conqueror. Два нока я вижу у футболистов. Раскидали смоки. Так, ну, Струя Геймик, Порту Вандерс также работает у нас по футболистам. Сон HP отлично оформляет нок. Знекс уже просматривает у нас данные кемпы, но пока что ни одного футболиста он в своем прицеле не видит. 12 команд, 43 Alive. Ну, очень хороший. На менш уходит у нас Белый Круг, Тигзи, нокает Лина. Отлично, Матик на экранах, хорошо перестреливает своего оппонента. Здесь же неподалеку у нас еще один игрок коллектива Панда, и он же последний. Олдбой должны поднимать здесь 100%. Вот тут, наверное, последнего игрока выключать нужно. Есть по нему информация, я вижу. Игроки наверху четко смотрят в его сторону. Очень красный у нас Ис. Так, еще и 12-18 по левую сторону Тулика. Именно Тулика забирает последнего игрока коллектива Панда. И Панда отправляется у нас на 12-ю строчку. Так, на 4 килла. Отлично. 3 килла на коллективе Панда. И 1 килл у нас... Вот точно не скажу, не помню. Так, мы должны сейчас хитпоинты свои у нас восполнить. Может быть, попробуют залутать здесь игроков коллектива Панда, но вот Тулика. 12-18, есть нок по олдбою, Тигзи также в ноке. Вот пожадничали, мне кажется, Нави здесь. Все-таки надо было собрать информацию и потом уже заезжать. Так, ну а мы наблюдаем за файтом у нас на мэш. Так, футболисты также появляются у нас на экранах. Здесь уже 6 киллов без потерь. Но опасно. Футболисты заряжены. Так, Матик. Есть собор по Тулике. Раунд в ноке от Frozen X. Матик по 12-18. И минус коллектив 12-18. Потеряли Нави. Взяли социальные экстрой гейми. Эти ребята у нас находятся в Доме культуры. За пределами Белого Круга. Так, ну и Нави также за пределами. Но, скажем так, Нави... Полегче путь у тебя зоны. Хорошо. Матик, Смейки. Два нока здесь по Некстрой Геймик. И Фрозена добирает. У нас Матик 9 киллов уже у Нави. Так, загоняет у нас тачку в том культуре. Здесь тяжело будет Некстрой Геймик. Вижу, Матик уезжает. Скорее всего, после этого момента Некстрой Геймик должны у нас отправляться. Но там же футболисты неподалеку. Я думаю, тоже хотят там пофармить на Nextroy Gaming. Ноуми зарабатывает у нас килл. Канина Пауэр по-прежнему в игре. 9 команд, 25 LI. Так, олдбой. Самое
я вижу без брони, у нас олдбой. Это чуть как аккуратнее, хорошо, дэмэдж проходит от олдбоя, но высадить никого не сумел. Ну и там же на этот геймик заезжает на дышечку. Находятся у нас игроки. Набежать не стоит, зона идет, нужно как-то позицию хорошую найти и уже потом дорабатывать здесь по Next Row Gaming. Пошли смоки, пытаются у нас жить ребята из Next Row Gaming, пока что это удается у них. Слайм у нас отправляется на 9-ю строчку, ну и 8 команд у нас остается, 23 Alive. Напоминаю, это первая карта, кто только-только подтянулся, карта Эрангель, Северник и Мэйр Челлендж. 8 команд. Так, 10 киллов у Нави, с одной потери, хаешки пошли, бомбардировка по Next Row Gaming, ну, скорее всего, это тело времени. Нави должны здесь забирать Next Row Gaming, там диспозиция находится данный состав, уже двоих забрал, ну, просто все туда метает. У нас олдбой разгрузил полностью свой рюкзак, все, что можно, прокинул и отправил Next Row Gaming прямиком в лобби. Футболисты начинают свою ротацию, перекаточку, ой-ой-ой, заезжают прямо на позицию, на которой у нас в недавнем моменте погибали Next Row Gaming, и сейчас уже начинают страдать футболисты олдбой. Заманили здесь футболиста, получается, на эту позицию. Ну, больше некуда, если честно, наверное. Заезжать было здесь футболистом. Virtus.pro отправляется у нас в лобби, 6-я строчка. Сразу же у нас на 5-ю строчку отправляются World to Wonders. Так, и остается 4 команды. 11 Life, Na'Vi, Oldboy. Так, Oldboy получает ноук, хаешка отличная, лавазил ноки, Oldboy добирает, матик у нас сынокнул с хае. Игрока футболистов, Surreal, вдвоем, 6 киллами. Так, прокидывают хаешки в сторону Destiny. Ну, примерно, рандомные пытаются здесь найти позицию, но не угадывают. Дропчик у нас упал здесь прям по центру, но, скорее всего, этот дропчик никто не будет даже пытаться залутать. Но, возможно, если получится тянуться под этот дропчик, я думаю, обязательно воспользуется этим у нас подарок. Да, пока что Destiny у нас напрягает Surreal. Отлично, есть ног под джеткилл. 4 килла у нас в Destiny с одной потерей. Лицебиста. Хаешки пытался у нас здесь пробросить Мазару, добрать нокнутого игрока, но не удалось. Мечи оформляет нок по футболистам и сразу добора вижу. Пульсирует у нас маркер на карте и остается, получается, у нас то ли один, то ли два игрока у футболистов. Нави разрезались, также вдвоем. Единственный коллектив, наверное, у нас здесь Destiny, который имеет сейчас троих бойцов. Мечи есть, но пас... А, нет, извиняюсь, Салкая добирает и сразу же в ответочку нож. И у нас падает с добором от Луца. Вдвоем остаются у нас Destiny. Так, ну и мечи опасны. Сейчас очень близко находится к футболистам. Возможно, сейчас словит хаешечку или молик, и придется ему как-то менять позицию. На этом моменте его могут подловить. Футболисты по-прежнему в ЛГшечке. Молики полетели у нас, скорее всего, от Нави. Лавазин очень хорошо продамажили. Но ну-ка не последовало. Так, ну и непонятно. 4 команды, 8 лайф. Кто же заберет? Так, 7 киллов, кстати, у футболистов. Немножечко я им прибавил. Окей. Промахнулся на 2 килла. Ну, 7 киллов. Но у Нави 16 киллов. Просто, ну, подкрепить здесь топ-1, но надо, я думаю, обязательно для Нави. Так, но будет очень тяжело, опасно. Я уже подумал, Surreal у нас игрок заметил Китсуна, но нет, замечает матик у нас игрока Surreal и оформляет ног. Второй игрок должен у нас сейчас привстать, должен отправиться в безопасную зону, и на этом моменте должны сыграть у нас Na'Vi. Так и есть. Так, у нас Destiny здесь помогли. Surreal отправляется у нас на 4-ю строчку. Футболисты находят у нас игрока Destiny. Кстати, 2 игрока у футболистов осталось. Na'Vi потеряли у нас Китсуна. Так, 2-1-1 ситуация. Футболисты на этой позиции все-таки выживают. Матик рискует. Сейчас пробросил хаешечку в сторону футболистов. Отлично. И сразу же выключил игрока Destiny и отправил его на 3-ю строчку. Матик успел захилиться. Отлично. Но здесь всего лишь 2-я броня. Видел, он здесь перебежал. You know it's a knife or I didn't wanna.